Всем привет! Меня зовут Роман Селиверстов, и вы смотрите Real Work. Сегодня мы продолжим работу над треком и добавим в него гитары. Мне кажется, что гитар в этом треке не хватает. Гитар, которые будут играть мощными длинными аккордами, дадут драйва в миксе. Они будут звучать на заднем плане, поддерживая его. У меня в руках гитара фирмы PRS. Многим ее звук кажется специфическим и немного странноватым. На самом деле инструмент достаточно универсальный, и я его использую для вполне определенных целей, и думаю, ее звучание в этом треке должно быть кстати. Давайте запишем сначала аккорды, а потом поработаем над звучанием. Первая дорожка записана. Сейчас я запишу вторую дорожку дабл-треком. Это даст больше мощности, когда я распанорамирую их влево и вправо с немного разным звуком. Отлично, теперь обе дорожки записаны, и я предлагаю выбрать для них примерное звучание. Такие вещи я делаю базово с использованием Amplitube 3. Открываю этот пресет и панорамирую гитару на 90 влево, соответственно, дабл-гитару на 90 вправо. И выбираю немного другой звук. Думаю, можно тоже попробовать Orange. Давайте послушаем, как гитары звучат вместе, но без микса. Thank you.
Отлично, гитара записана и выбран предварительный звук. Вряд ли он останется нетронутым, я его еще поменяю. Но гитары пока звучат неуверенно, потому что они сильно не совпадают друг с другом. Я сыграл недостаточно точно. Придется немного их поправить, чтобы они работали друг с другом как единое целое. Как видите, это не занимает много времени, делается быстро и просто. Но так они будут звучать лучше. Давайте послушаем, как гитары звучат сейчас. Отлично. Вы слышите, что аккорды начинаются вместе и ритмически не разваливаются. Гитары звучат как одно целое, и это круто. Не думаю, что в данном треке нам понадобятся еще какие-то гитары и гитарные партии, поэтому так и оставим. На сведении я покажу, как обычно обрабатываю гитары и как обработаю их в этот раз. А мы можем двигаться дальше. Я надеюсь, вам было интересно. Спасибо, что были с нами. Подписывайтесь на канал Music Mag, подписывайтесь на мой канал, а главное, помните, хороший звук только с хорошими девайсами. Теперь вы знаете, где их искать.